Так, доброе утречко. Если просыпаться на чердаке, можно назвать добрым утречком. Так, я надеюсь, сегодня не такой тупой, как обычно хоть. Так, да ладно, давай будем... Так, ага. Так, а как здесь было-то? Вот это 24, это мясо. Да, 24, конфета, мясо. 24, конфета, мясо. Гудс. Кукла. Что кукла? Гац, кишки. Кишки, 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 гац. Это ж кишки. А может это кот куда-нибудь? Может это просто куда-то кот? Подожди-ка, давай посмотрим. Может быть, действительно? Опа-на! Опа-на! Что-то нашел, что-то открыл. Так. Что такое семья? Подожди, можно я сюда кину? Так, а сюда? А, сюда... Сюда не этот. Сюда числа надо. Что такое семья? Ну пойдем узнаем, что такое семья. Пойдем сгоняем. Hi, friends. Привет, друзья, я Аманда. А я Кудряш, бе! Кудряш только что издал звук животного. Он сказал бе, потому что он барашек. А ты можешь создать звук, как барашек? Здорово, очень похож на Кудряша! Да, ого, совсем как я! Что за фигня? На ферме, здесь можно погладить животных и поиграть с ними! Проводить время с животными так весело, они совсем не такие, как люди! Они выглядят по-другому и не говорят, как люди. Аманда, я животное и... Глупые животные не разговаривают. Посмотри на эти знаки, давай издавать звуки, как животные на них. Ну что, начинаем? Козы говорят ме. Курицы говорят ко-ко-ко-ко-ко-ко. Свиньи говорят хрюм. Было весело, животные издают забавные звуки. У тебя есть семья? У животных тоже есть семьи. Давай посмотрим на одну из таких семей. Я хочу посмотреть на куриц. Покажешь мне, где здесь курицы? Курицы? Отлично, пойдем посмотрим на этих глупеньких куриц. Какая милая бе! Здорово иметь семью! Вот мама курица, а вот ее дети! А вот! Вот их папа! Посмотри на куриц! Знаешь, как называется папа? Петух называется папа, петух! Папа называется петух! Мама курица, а дети цыплята! Некоторые мамы съедают своих детей! Ням-ням! Ладно, давай посмотрим на другие семьи животных! Куда пойдем дальше? Думаю, пора навестить овец! Можешь сказать мне, где найти овец? Так, ну вот здесь, наверное, судя по всему. Ладно, идем! Погляди на эту милую овечью семью. Все овцы там, где и должны быть. Привет, маленькая кошечка. Где твоя семья? Похоже, что кошечка совсем одна. Как думаешь, что она чувствует?
Ну, я не знаю, что она чувствует. Грусть, может быть. Разочарование. Что она может чувствовать из такого количества букв? Тревогу? Метелицу? Безысходность? Я не знаю, что она чувствует. Она, наверное, так напугана. А что она чувствует-то? Тревогу. Одиночество. Эта кошечка одна. Нет никого, кто помог бы ей. Ты поможешь одинокой кошечке? Да. Что за дичь здесь происходит? Так, а это что у нас? И как с этим бороться? И что я должен сделать? Может быть, мне надо кассету по новой вставить, и в ней что-то взялось и поменялось? Может, там же было то, что скоро начнется там вот эта фигня и так далее. Давай-ка вернемся к одиноким кошечкам. Так, это все понятно. Может, к свиньям сходим? Они не здесь! Или к козлам? Ты не знаешь, как выглядит курица? Отлично, пойдем посмотрим на этих глупеньких куриц. Так, петух. Папа называется петух. Мама курица, а дети цыплята. Фу, я не хочу на них смотреть. Они жуткие. Я не хочу подходить к... Одиночество. Так, а если не помочь ей? Ты поможешь одинокой кошечке? Ну, пожалуйста. Не. Разве ты не поможешь одинокой кошечке? А если опять не? Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Какого фига? Кошечки! Кошечки! Разве ты не поможешь одинокой кошечке? Надо было помочь все-таки, походу, одинокой кошечке мне. Здрасте! А у нас тут занято! Можете сюда не идти, пожалуйста? Чердак на одного! Извините, вы потолочный лопосос? Аманда. Так, ладно, давай дальше. Все ясно, все понятно. Так. На кухне. Подожди, какой на кухне? На кухне? Так там же про мою семью надо. Подожди, я вообще с самого начала, что ли? Вы что, угораете, что ли, надо мной или что? Что там было-то? Я уж не помню. Не, я так не играю. Я уж вообще забыл, что там, кого, как. Помог одинокой кошечке.
628 или что там было? А, 826, наверное. Так, ладно, на кухне. Давай начинаем на кухне. Так, да хоть что. Звучит аппетитно. Сегодня мы приготовим яблочный пирог. Сначала нам нужно нарезать яблоки. А чем же нам их нарезать? Ножом, ножом нарезать. Отлично. Так, нам надо поставить на этой. Что там, 425, по-моему, было. Так, отлично, все. Так, теперь мне надо мясной пирог. Мясо, грибы и картофель. Так, мясо. Сейчас найдем мясо. Так, давай. Нифига себе, ты быстро попалась, оперативно работаешь. Так, мясо есть? Есть. Грибы. Грибы есть? Есть. Картошку, картошку надо. Так, картошка это у нас что? Картошка это у нас луна. Луна это картошка. Понятно всем? Всем понятно? Луна это картошка. Так, картошку вырастил. Все, давай сюда картошку. Ставим. Сколько градусов надо? 525, 50 минут. 525, 50 минут. Так, отлично. Пирог мясной сейчас у нас будет. Так, кассета есть. В твоем районе. Привет всем, я Аманда. А я? А я Кудряш. Аманда, а твои друзья могли бы вернуться в наш район? Это здорово! Мне нравится, что в моем районе живут мои друзья. Сегодня я хочу отправить своему другу кое-что особенное. Сначала мне нужно сходить в магазин и купить открытку. Ты знаешь, где магазин? Да вот магазин. Отлично, пойдем в магазин. Давай выберем открытку, мой друг. Случилось кое-что плохое. Какую открытку ей отправить? Плохое? Ну вот это давай отправим. Эта открытка не подойдет. Не думаю, что нам это нужно. Кажется, Аманда запуталась. Расскажу тебе секрет. У меня день рождения. Пожалуй, мы сможем ей помочь. Думаешь, это она? Я не... Похоже на то. Уверен, что твоему другу очень понравится эта открытка. Мой друг... Мой друг... Мой друг отмечает день рождения! Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Где мне купить угощение для друга? О, я знаю! Давай купим мне какие-нибудь вкусные сладости! Ты знаешь, где магазин сладостей? Отлично, давай! Зачем ты это делаешь? Теперь я не могу найти магазин сладостей! Я не знаю, куда мне идти! Поможешь мне? Не делай этого! Я не хочу туда идти! Я сказал, что не хочу туда! Нет! Почему? Почему это происходит? Нет! Почему я не могу это остановить?
Это не магазин сладостей. Здесь нет того, что я хочу. Может, отведешь нас куда-нибудь в другое место? Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Выпусти меня отсюда! Ого, Аманда, это очень милая открытка на день рождения. Хочешь подарить ее сейчас? Напиши адрес на открытке. Кому я должна ее отправить? Кудряш! А, Кудряш, у тебя день рождения! Кстати, я, наверное, понял, что надо бы с той штукой сделать. Скорее всего. Возможно, не знаю. Так, 24 на 7. Конфеты. 24 на 7. Конфеты, мясо. 24 на 7. Конфеты, мясо. Так, гац. А я, может, мог сразу гац вести, да и все. Че это затупил-то? Так, ладно. Так, отлично. Подожди, у меня ножницы есть. А мне надо было кукле голову отрезать. Вот что мне надо было. Тоже надо было. Зачем-то, не знаю зачем. Так, ладно. Это я рассмотрю. Что такое семья? Так, эта штука сзади появилась. Во, смотри. Может быть, мне надо ставить на паузу, когда вылазит вот эта фигня. Так, теперь я жду эту фигню. Когда она вылезет, шторм типа. Так, петухам пойдем. Пойдем к петухам. Отлично, пойдем посмотрим на этих глупеньких куриц. Какая милая себе. Здорово иметь семью. Вот мама курица, а вот ее дети. А вот, вот их папа, петух. Посмотри на курицу, знаешь, как называется папа? Папа называется петух. Мама курица, а дети цыплята. Некоторые мамы съедают своих детей. Ням-ням. Ладно, давай посмотрим на другие семьи животных. Куда пойдем дальше? Думаю, пора навестить овец. Можешь сказать мне, где найти овец? Ладно, идем. Погляди на эту милую овечью семью. Все овцы там, где должны быть. Так, подожди, нет, это не то. Мне надо не то. Мне надо вот эту первую штуку. А тут снег. Метелицу обещают. Надо ее, наверное, на телеке на паузу нажать. Возможно, я не знаю. Наверное, в самом начале, может быть, было, без понятия. Привет, маленькая кошечка, где твоя семья? Похоже, что кошечка совсем одна. Как думаешь, что она чувствует? Одиночество она чувствует. Эта кошечка одна? Нет никого, кто помог бы ей. Ты поможешь одинокой кошечке? Да. Так, подожди, значит, в самом начале, наверное, было. Так, и эту голову надо отрезать. Так, подожди, давай дождемся. Hi, привет, друзья, я Аманда. А я Кудряш, бе. Кудряш тот, что издал звук животного. Он сказал бе, потому что он барашек. А ты можешь издать звук, как барашек?
Здорово, очень похоже на кудряша. Да, ого, совсем как я. Во! Ну и вот стоит еще. Так, теперь эту штуку надо. Метель теперь надо. И голову кукле отрезать. На ферме здесь можешь погладить животных и поиграть с ними. Проводить время с животных так весело, и совсем не такие, как люди. Они выглядят по-другому и не говорят, как люди. Аманда, я животное и... Глупые животные не разговаривают. Посмотри на эти знаки, давай издавать звуки, как животные на них. Ну что, готов? Козы говорят ми, курицы говорят ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, свиньи говорят ну. Было весело, животные издают забавные звуки. У тебя есть семья? У животных тоже есть семьи. Давай посмотрим на одну из таких семей. Я хочу посмотреть на куриц, покажешь мне, где здесь курица? Отлично, пойдем посмотрим на этих глупеньких куриц. Кудряш, какая милая. Бе! Здорово иметь семью. А вот, вот их папа, петух. Посмотри на куриц. Знаешь, как называется папа? Папа петух. Папа называется петух. Мама курица, а дети цыплята. Некоторые мамы съедают своих детей. Ням-ням. Ладно, давай посмотрим на другие семьи животных. Куда пойдем дальше? Думаю, пора навести овец. Можешь сказать мне, где найти овец? Так, кстати, по-моему, вот здесь было. Фу, я не хочу на них смотреть. Они жуткие. Я не хочу приходить. Так, а это одно и то же, нет? Нет, не одно и то же. Может быть, я что-то не там, не то нажал? Так, ну пойдем. Окей, Беляш, что ты хочешь идти? Все овцы там, где и должны быть. Так. Blizzard Warning. А где мне эту-то найти? А подожди, а может быть, когда я ей говорю «не», там же как раз начинается типа ураган. И в этот момент паузу нажать. Где твоя семья? Одиночество чувствует. Не. 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 А чё? А чё пауза не жмётся? Ну, ё-моё. Так, ну ладно. Опять ко мне гости идут. А мы сейчас кое-что узнаем зато. Здрасте!
хорошо, ладно, это даже нормально. Так, с этой фигней я понял, как работает. Так, давай вот здесь. Сразу ведем. Так, возьмем ножницы и отрежем голову кукле. И что будет у нас? Зачем мы это сделали вообще? Батарейки! Батарейки в робота! Привет! Я Бла-Бла-Бот! Нам с тобой будет весело. Ну, может быть. 1, 2, 8, 9, 9, 0, 7, 1, 2, 3. Так, ладно. Батарейки вставил, а здесь какие-нибудь подсказки. Ну, может быть, это позже будет. Надо, наверное, с той фигней разобраться. С той фигней мне надо разобраться по поводу этого. Что такое семья? Сейчас мы вставим сразу. Вот. Так, дождь. Да блин, а где тут этот-то вылазит? Может, он в конце все-таки был? Типа, да, ну, по-моему, не было. Так, по новой все, давай, у меня уже достала эта Аманда. Привет, друзья, я Аманда! А я Кудряш, бе! Кудряш только что издал звук животного. Он сказал бе, потому что он барашек. А ты можешь издать звук, как барашек? Не, я не баран, я не буду. Здорово, очень похож на Кудряша. Да, но совсем как я. Так, вот. Вот первый идет где. Как метель сделать? Метель, метель, метель. There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal. Amanda, я животное. Глупые животные не разговаривают. Посмотри на эти знаки. Давай издавать звуки как животные на них. Ну что, начинаем? Козы говорят, ме-ме. Курицы говорят, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Свиньи говорят, а-а-а. Было весело, животные издают забавные звуки. У тебя есть семья? У животных тоже есть семья. Давай посмотрим на одну из таких семей. Я хочу посмотреть на куриц. Покажешь мне, где здесь курицы? Так, а может на другую нажать? Они не здесь. Ты не знаешь, как выглядит курица? Блин, а как мне метель-то сделать? Я хочу посмотреть на куриц. Отлично, пойдем посмотрим на этих глупеньких куриц. Какая милая себе! Здорово иметь семью! Вот мама курица, вот ее дети. А вот? Вот их папа! Петух! Посмотри на куриц! Знаешь, как называется папа? Да петух, пап, петух, это я уже понял, да. Папа называется петух!
Мама курица, а дети цыплята. Некоторые мамы съедают своих детей. Ням-ням. Ладно, давай посмотрим, другие семьи животных. Куда пойдем дальше? Думаю, пора навестить овец. Can you tell me where we can find the sheep? Так, а что с домом? Почему глаза такие красные? Дом, ты что с тобой? Ты под чем там? Фу, я не хочу на них смотреть. Они жуткие. I don't wanna go я не хочу подходить. Не, ну это не то. Это не то. А как метель-то сделать? Нас ждут овцы! Где они? Так, то есть здесь я вот опять больше ничего не могу сделать, да? Аж я в самом начале надо было паузу там нажать. Okay, ладно, идем! Погляди на эту милую овечью семью! Все овцы там, где должны быть! Как мне вот эту погоду-то выбить? Мне кажется, когда я говорю нет несколько раз, то она это. Ну это снег, метелица, опасность. Так это не метелица, нифига. Мне кажется, все-таки в конце там начинается, я просто поздно нажал, может быть, еще что-то. Мяукай, котенка. Привет, маленькая кошка, где твоя семья? Похоже, что кошечка совсем одна. Как думаешь, что она чувствует? Одиночество она чувствует. Эта кошечка одна. Нет никого, кто бы помог ей. Ты поможешь одинокой кошечке? Так, ну вот же голова летит. Да я уверен, что это метелица прям была. Так, а если да, не вылезет, да, ничего больше. Что с этим домом вообще не так? Нет, все, просто кассет заканчивается и все. Для робота надо что-то придумать. Где код для робота найти? Есть первая кассета на кухне. Она мне нафиг не нужна, в принципе. Где-то, может, шифр какой-то. Мне все-таки кажется, что в конце мне надо говорить нет. Я других вариантов не вижу. Мне кажется, я просто поздно вбивал паузу. Ну там же под конец начинается метель, когда я не говорю. Может просто в определенный момент надо нажать? Да почему пауза-то не жмется больше? Как мне паузу убрать? Ну вот, видишь, все, гологолы вылетают, метель, видимо. Замечательно.
Да ты надоел ко мне уже сюда ходить. Сколько ты ходить-то можешь сюда? Аманда, ты что-то это... Поменялась слегка. Грим, что ли, не наложила? Где можно взять код? Код я нигде не видел там. Давай отрежем тебе. А ты мне батарейки дашь сегодня, нет? Потому что ты ж мне батарейки давал. А как я до этого у тебя батарейки брал? Чё-то я вообще ничего не понял. Я до этого у тебя брал батарейки. Ты издеваешься надо мной или чё? А, батарейки вставлены уже у него. Я понял. То есть его не обязательно уже, видимо, это. То есть батарейки есть. Я уж думал, чё не так-то? Какой код может быть? Где мне этот код вообще взять? Да нет, это дичь какая-то. Где метель, метель, метель? Где ж метель-то мне найти-то? В твоей кассете. Да это понятно все. Wooly just made an animal sound. He said baa because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? Так, где там эта фигня-то будет? That's Я не буду great. Тебя озвучивать. You sound just like Wooly. Wow, yeah. You sound just like me. Ну вот. Вот он есть. Есть. The thunderstorm goes. Что я должен сделать, чтобы найти? Так. Don't you know what a chicken looks like? I want to go look at the chickens. Так, а если попробовать это? А я не знаю, кто он. No, that's not what Нет, он называется called, Итак, попробуй. Right? О, во, во.
Так, давай петух. Папа называется петух. Мама курица, а дети цыплята. Так, теперь здесь можно было вызвать. Может быть, вот эта фигня здесь? Вот, отлично. Отлично. Кассета. Все гниет. Все гниет. Это не лучшая кассета. Так, все, пойдем к барашкам. Okay. Одиночество. Да. Так, все гниет. Подожди, у меня же была уже кассета, все гниет. Нафига мне еще одна кассета, все гниет. Ну давай посмотрим еще одну кассету, все гниет. Так, что такая семья? Все гниет, давай. Она же у нас была. Еще раз привет, я Аманда. А я Кудряш. Что это за запах? Как думаешь, откуда этот ужасный запах? Ну, отсюда, например. Фу, все верно. Знаешь, какое слово пропало? Слово живой. Мертвый. Мертвый прожил живому. Хорошая работа. Когда животное умирает, оно тоже гниет. Похоже, что котенок в беде. Если кто не поможет, он умрет. Мы поможем котенку? Да, давай поможем. Он в клетке, по-моему, сидит. Так, а у меня... Это типа у меня такая концовка сейчас была. А если не помочь котенку? То есть оно, начиная по новой, я еще не знаю у робота этот шифр. Что самое, так сказать, интересное. Интересненькое. Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим. Если нужно ли еще снимать, посмотреть другие концовки, напишите об этом в комментариях. Если нет, то нет. Это что-то один выпуск выходил на момент моей записи. Что-то так себе его смотрите, я бы сказал бы вообще, вернее, не смотрите вообще, стоит ли еще снимать. То есть тут до конца-то осталось только узнать шифр у робота. А если бы котенку не помогли, то что бы произошло? Что бы произошло, если не помочь котенку? Ну, давай, давай попробуем, не поможем котенку. Давайте еще одну ходочку сделаем. Так. Да блин. Каждый раз путаю. Так, давай эту фигню врубим сейчас, чтобы она на это указывала. Hi, friends. I'm Amanda. And I'm Wooly. Ba. Wooly just made an animal sound. He said ba because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? That's great.
You sound just like Wooly. Wow, yeah. You sound just like me. They're called. Try. The tornado goes. Так, и по-моему, тут просто у этих сейчас указатели будет. Так, вот это было, нет? По-моему, вот это было. Так, и паук вылез. Так, а если не помочь кошке, то что будет? Блин, надо досмотреть же. Так, еще раз. Так, а здесь что-нибудь появилось? Нет, здесь ничего не появляется. Значит, если F нет, то придет монстр. А если да, то F вниз. What's that smell? What do you think is making that bad smell? Отсюда, отсюда. You, you're right. Do you know what the opposite of alive is? Dead is the opposite of alive. Good job. When an animal dies, it rots too. It looks like this kitten is in big trouble. It might die. Before anyone can help it. Should we help the kitten? We really don't have much time. А, то есть в любом случае да будет, что ли? То есть в любом случае будет да. Я не могу не набрать. Может, тут шифр вылезет? Или это будет до бесконечности, пока я так не сделаю? Ну просто помогаем и все, да? И все открывается. У робота мы код не знаем, и здесь мы код не знаем. Висящий кусок мяса, я так понимаю. И в мясной лавке. Замечательно. Ладно, давайте на этом уже точно закончим. Надо куда-то в другую сторону думать. Надо что-то думать. С роботом, с номером вообще не знаю, стоит ли еще снимать или не стоит. Все зависит от ваших просмотров, лайков и комментариев. Давайте, ребят, увидимся. Всем удачи и всем пока. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Увидимся.